Сейчас в самом разгаре дни празднования столетия Республики Бурятия. Когда состоится одно из самых главных представлений, расскажу сразу после прогноза погоды на пятницу 2 июня. В студии Майдар Дамбаев. Здравствуйте! В ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями, ветер северо-западный порывами до 12 метров в секунду. По северным районам облачно, ветер западный 2,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 7. Днем температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. На юге преимущественно ясно, ветер северо-западный 5,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 9. Днем температура воздуха плюс 13, плюс 20 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. В Улан-Удэ ясно, ветер северо-западный 5,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 10 градусов, днем плюс 16, плюс 20 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. Это был прогноз погоды на пятницу 2 июня. 3 июня в 16:00 на центральном стадионе состоится концерт «Бурятия 100 лет», на котором выступит более 2000 артистов со всех учреждений культуры. Приглашаем всех отметить столетие нашей республики.